И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж, я сделал еще одно стекло. Окно, то есть. Вот так вот раз. Ну вот. Теперь, думаю, весь застеклен. То, что надо. Везде стекла есть. Уже сквозить не будет. Так, кирку я взял, гранату я взял. Винтовку может взять. За место пистолета, наверное, или лука. За место лука возьму вот так вот. О. И дробовичок сюда же воткнем. Ну что ж, пойдем на среднюю базу. Посмотрим, что у них там есть в наличии. Одну гранату я взял. Мне как бы хватит. Одной гранаты подорвем, а потом добьем киркой. Не морочить голову. О, катон это. Это хорошо. Это даже сохранение. На тебе. И вот это тебе. Тут уже скоро помидорки вырастут вот здесь вот. Так, переплавился металл. Отлично. Хорошо вернулся. Так, ну, остался. Ну, цинк давай. Так, еще стекляшку делай. Алло. Говорю, делай стекляшку. А тут стекла не осталось. Одна штучка, как говорится, ни туда, ни сюда. Так, ну тебе на пару минут хватит плавиться. Так, что у нас еще где поблизости есть? Лучок. Ну, такое себе. О, как раз целую луковицу дали. Чара. Гадский гад. Забубнил, ну и хорошо. Так, берем винтовочку. И пойдемте. Давно я их уже не навещал, охотничков этих. Они-то уже поди забыли, что я тут есть. Надо им напомнить о своем присутствии. Я ж поставил, чтобы у них атаки были только эти, как они. Месть. Вот сейчас и пускай мстят. Так вот, поширее дерево есть. Где тут охотничек? А. Блин. Эй. Так, 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 так. Да где ты там? Да хорош, хорош, там меня все. О, молодец, своего же попал. Да твою ж налево ты. Так, что там здоровье? Надо полечиться. Ух ты, промазал. Куда, куда, куда помчался? Ага, патроны, говоришь, кончились, чик. Так. Да на тебе, короче. Ты там стрелок. Окна то он открывает, то закрывает. Открывает и закрывает. Да твою ж дивизию. Ух ты ж тварь. Скотина, а? Серьезно? Я в него не попал, что ли? А теперь точно попал. Так, кровушка. Остановится? Сама или нет? Так, ну пока. Пока побегаем, пособираем, что есть. Семерочка. Четверочка. Так, ладно, не будем ждать. О, патрончик на то, на это. Где тут еще должен быть гаврик? Вот. И где-то еще вот здесь должен быть валяться, не?
Что-то как-то они... Где вы подевались-то? Афиг его знает. Где-то тут все были. Тут резко никого не стало. А, вот есть один. Еще два патрончика. Отлично. Я их троих убил или четверых? По-моему, троих. Ладно, если что не нашел, так и будет. Так, мина где-то там была у них, да? Вон она. Похоже, по крайней мере, на мину. Нет. Что-то я не помню, где она уже. А, вон она. Так, что жарим? Пепел. Ну, пепел это хорошо. Ну что ж, берем гранатку. Ох, четко прилипло к двери. Это хорошо. Ну вот, нормально снесло. Так, добиваем эту кирку. А потом уже новенькую покоцаем. Так, вот оно. Есть, значит, аккуратненько. В смысле, нет никого? Ну ладно. О, гранату вернули. Патрончиков немножко дали. Ну, такое себе. Могло быть, конечно, лучше, но... Но нет, не лучше. Пепел все жарит и жарит тут. Так, подберем сумочку. О, красавчик еще дал мне. Что тут у вас? О, неплохо. А, слитки-то, три штуки, я только сейчас обратил внимание. Слитки-то вообще замечательно. Так, и пороха немножко. Что я вас могу сделать? Так, блин, одной штучки не хватает на слиточек. Ладно, а на пластинку? А на пластинку двух скрабов не хватает. Плюхо. И металл, вот они вообще металл не дают. И на это, и на то не хватит ничего. Клея. Сковородку сделать у них, что ли? А чубы нет, действительно. Чубы действительно и нет. Мне как бы плита-то нужна, а у них на шару можно сковородку сделать. Нам-то все это надо взять. Ой. Ой. Ты че это? Берега попутал, что ли? Это твоя база, дурилка картонная? Или ты так просто мимо проходил? Кстати, сумка лежит. Где там мина? Так как? Он прям возле мины стоял, твою налево. Давай, к мини подходи. Да где она там? Поздно уже. Да проклятые листья. Да ты козел. Где там мина? Блин, не видно, а вон она. Куда помчался? Вот так-то лучше. Мудозвон. Носатый. Офигел, блин, приперся с чужой базы вообще. Тут свои, вон, кстати, ящик лежит. Козлина. Где он? А, вот он. Фу, Флойд. Какой-то втулил меня, а не лут. Давай хоть катон дать. Ага, да дать. А потом еще раз забрать. Отмычку, может быть, сделать. Хм, а чё бы нет. Сделаем сейчас отмычку. У меня вроде там все на нее есть. Весь материал. Доски, там скраб. Все такое прочее. И вернемся сейчас. Блин, ты посмотри на этого козла. Еще один мудила появился.
Бомжарик, по ходу дела, без рукавки был. Побежал, не побежал, у меня здоровья мало, не хочу аптечку тратить. Вроде не пошел, уже хорошо. Ну и нету, и хорошо. Так, возвращаемся сейчас. Действительно, чубине сделаем одну отмычку, посмотрим, что там, чем кормят в большом ящике. Я, по-моему, еще не... Да, после обновления, кажется, ящик еще не открывал. По-моему, да. Надо исправить это дело. Во-первых, поесть надо. Так, это мне дай. Это попей. Набери, скинь. Так, говоришь, вот это вот взять. Что там, клей. И, блин. И цинк. А цинк тут. На тебе весь цинк. Во. Я ж могу сделать здесь. Здесь могу, значит, там сделаю. Так, и отмычка. Отмычка у нас делается из краб, доски. И что там еще? Гвозди, что ли? Нет, не гвозди. Блин, с головы вылетело. Ладно, сходим сейчас посмотрим, так, что подъешь что-нибудь. Вот эту. Зря, конечно. Ну да ладно. Можно было два пирога сделать рыбных. Скраб, доски, неужели веревки? А у меня есть веревки. Ну, могу сделать. Я их не часто делаю, забываю. А, железо, твою дивизию. Да-да, веревки, скраб, как раз. Я уже давно их этих отмычки не делал. Это золото даже вылетело. Рецепт этот. Ну провались. Ну... Так, дай сюда металл. И там еще 18 надо. Назад, а, ну назад он уже так не ложит. Так, короче, остаток останется. Побежали. Олежка, что ли, бродит? Похоже на Олежку. Он железо, что ли? Нет. Калийная руда. О, отлично. Так, яблочко съешь. Червячки. На приманку пойду потом как-нибудь. Где он делся? Это тут тусил. Ладно, фиг с ним. О. Так, ну и надо лишнее, конечно, поскидывать. А то мне прям совсем много лишнего. Джеронимо, кстати. Кстати, рак поймался. Два рака. Серьезно? А вы не стакаете случайно? Блин, надо... Ну? Давай-ка, жарься. Так, скидывай, и что мне там не надо. Это в печку. На переплавку даже, я бы сказал, ставь. Это сюда. Медяху сюда, вот. Шестерня мне не нужна. Вот эти штуки не нужны. Рация сюда вот идет. Порох. Еще не приготовился. Хотя бы 4 бревнышка подкинуть. Ну давай, 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 братан. Пережаривайся. Пока тот не пропал. Ладно. Скинем это. Скинем червячков. О! Красненький стал. Так, это сбрось, сбрось, сбрось. Это дай. И сделай мне 2 аптечки. А то и 3, а то и 4. О. И бинтиков штуки. Штуки и так. Вот так вот. Так, перышко. Перышко, перышко, фигерышко. Вот у нас здесь. Так, это делается. Это переплавилось. Помидоры выросли, кстати говоря. Давайте заберем еще одного рычка.
Так, это... Нет, вот это вот возьми. Один песчаник дали. Ну, блин, а вот козлина. Так, а сколько ты говоришь там у тебя? А, я его тут недавно починил. Давай. Пережаривайся. Стеклышко оставим здесь пока. Цинк пускай плавится. Так, рак. Иди. Ну, наверное, должно быть 10 их, по идее. Но это не точно, конечно. Жира нет. Кстати, гранату можно скинуть и вот эту. Гранату оставим вот здесь. Рации есть, скраб есть. Зачем он мне нужен уже? С собой скраб мне не нужен. Во. Все нормально. А то смотрю, что лишние не выкинуть. Тихо-тихо-тихо, не надо палить. Ну, как минимум 4 штуки влазит. Так, металл лишний отдай. А все остальное мне надо, да? Цинка, в смысле, медь мне вообще не нужна. Вот. На горшочек уже 200 масс у них не получится сделать. Ну, зато хоть здесь, в смысле, это у них там сделаем. Так, что там по еде? Давай, съешь рыбку. И помчались. Такой свет горит. Помидорки, говоришь? Ну, давайте соберем. Давай-давай. Не стесняйся. Так, у меня там был котом. Цельная штука, лучок. Остальное все помидоры засадим. Так, котом это. Пятерик. И единичка. О. Воду вечером. Подбавим, все, побежали. Так, тут что у нас, что? До вечера хватит, но можно подкинуть еще две штучки. Вот так вот. Поехали. Вот наглый этот охотник. Главное, пришел не к своей базе, начал меня стрелять. Права качать. Повредили мне уже. Ну, конечно, бронежилет уже повредили. Так, а что у меня там? Надо штаны железные сделать. Хотя, подожди пока. Катона не так много. Мне куртка нужна будет на зиму. Так, еще до зимы. Долго. Так, чтобы можно пока расслабиться. Будем потихоньку катон собирать. Ну, конечно, на ремонт... Так, подожди, есть ящик? Я же вроде бы видел ящик, не? Не показалось. Да нет, не показалось. Гвозди биотоплива, ну пойдет. Чего бы нет, собственно говоря. Так, надеюсь, бомжарик меня тут не ждет за этим, за уголком. Думает все еще, что я там стою. Так, это заберем. Не знаю, откуда они шли. То он сидит, по-моему, кто-то. Ну да. А вон и бомжи, да-да-да, вон они. Туда пока не ходим. О, ящик. Скраб нормально. Так, где-то тут я, по-моему, забирался когда-то. Вот тут. Берем, что дают. Катончика по 5 штук бы. Вообще ни одного катона нет. Но зато патроны на магнум есть. 6. 3 жилки. 4 палаты. Ну и такое себе на самом деле. Лут, честно говоря, не ахти. Ну да ладно. Так, не забываем, что там мина. Так, рубанем дерево. Покормить костер, вон она стоит. Я хотел в мину стрельнуть, но зараза. Стрельнул, но почему-то урон не прошел. Или вообще не... Перила, наверное. Перила поглотили урон, скорее всего. Никто больше ничего не принес. Запуск... А. Давай, давай. Мне нужна энергия. Ну вот. Кастрюлька пошла. В смысле, сковородка. Сковородочка. Сковородочку заберем.
Вот. Сковородка, как говорится, кушать не просит. Пускай лежит. Так, ну в принципе это что? Можно еще краешком глаза пробежать долину лута. Ну вот, неплохо. Уже на кирку есть. Кстати говоря, так вот доски, еще одну доску сделать. Кстати, я и могу сделать доску. А веревки есть? Есть. Так, ну что ж, побежали, пока прям совсем не стемнело. Немножко еще зайдем краешком. Тут вдоль побега, может, что-то соберем еще. Может, катончик где попадется. В сумочке какой-нибудь. Так-то он еще пока не растет. Ой, блин, да что ж такое-то? Ты посмотри на этих... Сколько у меня здоровья? Полное, отлично. Ну да звон. Получай и распишись. Ты один, надеюсь, был? Так, о, стеклышко я возьму. Надо же делать дальше стеклянные панельки. Придется широкие делать, раз перехода нормального нету с узких на широкий. Придется сделать все широким делать. Правда, дороговато будет. Да ладно. Это ж не за один раз делается. А долго. Пока насобирается материал, ничего страшного. Так, а сколько дали? Опять ты посмотри. Так, а железку дадите? Вот есть железка. Прям по просьбе. Я сказал, она сразу появилась. Тихо. О, еще одна. Как минимум металл. Возьмем. Опять тоже самое дали. А сейчас хоть 4 штуки дали. Так, больше нету. Так, на веревочке. Есть место на веревочке. Кто это там? А, медведь. Я думаю, кто это там, чья-то морда такая торчит. Так, я же хотел сделать кирку, но мне походу... А нет, все, хватит. Это Мишанька же, да? В кустах бродит Мишанька. Собственной персоной Мишанька. Он же передумал, вот и хорошо. Так, что-то тут как-то... А, есть что-то. Обойдем сейчас. Курица, понимаешь, я просто бегу в том направлении, куда и ты ломишься. Не думаешь, что я за тобой бегу прям. Так, давайте. Ящичек. Что тут вкусного? Чем кормят? Кожа. Сейчас вылетит, да? Вылетят. Мы вот так сделаем. О, веревочку. Так, еще что-то есть. Вроде железо. Кстати, если кирка сейчас разлетится, то можно будет еще слот освободить. Не разлетелась, ты смотри. Какая крепкая попалась. Нет ничего. Зайки, попрыгайки. Так, цинк не просто некуда брать. Ой, волк, извини. Я просто мимо пробегал, так он сумку вижу. И нифига тут нет. Уже темнеть начинает. Так, опять этот лучше зеленый. Мне что-то кажется, он больше освещает. Это, возможно, кажется. Да ты серьезно? Все вылетает, блин. Ружье не хватит починить? Нет. А пистолет? Я еще не стрелял с ним, как починил. Блин. Пускай будет так. Можно, конечно, переработчик было скинуть. Ну да ладно, ничего страшного.
где там их полно. Плохо, что поломанные не стакаются, ну, в смысле, покоцанные совсем. А так было бы неплохо, хотя бы, чтобы по три штуки слаживались вместе. Хотя бы. Так, ну что ж. Опять курочка. Дурочка. Так, у них там костер, говоришь, горел. Зайдем навестим их. Пепелок подберем. Хотя уже должно было потухнуть. Ну ладно, это что такое? Не скрапли случайно? Ящик, сумка. Сумка. Ну, влезло и хорошо. Так, давай, давай. Вот он. Не густо, вообще не густо. А там наверху сгорело уже. Странно. Тут давно уже все выгорело. Так, давайте свет включим, что ли. Что-то, хоть чем-то можем напакостить им. Маленькую пакость им сделаем. Включим свет, пускай энергию растрачивает. Бестолку, пока дома никого нет. Так, что там? Тучка собирается. Так, ну ладно. Так, вот мы вернулись. Так, давай-ка стеклышко пережаривай. Сковородочку надо где-то ей почетное место сделать. Вот здесь, например. Так, металлчик, металлчик. Не забываем про металлчик. Итого 27 штук, неплохо. Так, это верни на место. Положи рядом. Туда его. Так. Это. Стоп. Что там? Пока еще поживет до утра. Так, медь. Есть медь. Меди что-то как-то мало. У меня железа стало больше. Надо будет и медь собирать тоже. Не заниматься ерундой. Это не сюда. Вот это и вот это. На зиму буду заготавливать. Так, червячки. Червячков много, так что давайте кинем его в приманку. Может, этот поймается. Рак. Да, будет дождь. Так, пить хочет? Хочет. Но молчит. Сбрось, сбрось платы. Так, это шестеренки здесь как раз. Это сюда, сюда. Патронов сколько? А где магнумские патроны? Здесь, по-моему, да? А, вот же они. Ну, уже 25 патронов. Неплохо на самом-то деле. И клея не так много. 13 штучек осталось. Так, что тут у нас? Может, еще где-то что выросло? Нет, тут поливать уже надо. Хотя будет дождь. И оно все вырастет. Ну ладно, польем. И тебе дадим чуть-чуть. И тебе чуть-чуть. Вот так-то лучше. Так, это уже не надо, закройся. Лючок. А, тут отсюда можно, зачем я туда не вставал? Ладно. Не страшно. Закрой давай. Так, тут нормально. Пускай плавится. Три стекла, говоришь, а у меня есть еще как раз кусочек. Можно еще одну стеклянную панелечку-то замутить. О, у меня, оказывается, здесь гранаты были. Сколько раз заглядывал, а что-то не заметил. Так, есть, пускай тут лежит, там место не годится. Так, винтовку прям совсем в какаху поломал. Наполовину. Так, ремонтируй и это, и отдай. Попользовался и хватит. Вот так вот. 14, говоришь? Давайте сделаем еще с десяток стрел. Так,
гвозди и перышки. Так, стекло есть, вода есть, пепел есть, жрать есть. Так, едим вот это. Нет, полежнулся, не получилось. Ну ладно, возьмем, она сейчас скоро. Так, давай, стрелы заказывай. Еще пару веточек. Так, хорошо. Хорошо, да хорошо, да ничего и хорошего. О, только я подумал, сейчас дождь пойдет, так и случилось. Ну, у меня все закрыто. Дом большой. Даже чересчур большой, обычно я такой большой не строю. Да ладно, хуже не будет. Так, это верни сюда. А это сюда. Так, сколько у меня там? 6 того. Нормально. Ну что ж. Кстати, переработчик можно что-то пульнуть, а там еще даже сотки нету. Не накопилось. Ну что ж, а на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.